Всем привет! Всем привет! Продолжаем показывать вам огурчики. И сейчас мы будем показывать вам огурчик конец мо. Да, мы перевели с французского. Вот название. Кстати, наши зрители, подскажите, кто разбирается. Вот это название. Мы перевели переводчики как конец мо. Ну, либо, возможно, корнишон или короткий мо. Или кто знает, в общем, переведите нам. Бо мы не уверены, да, Милан, что да. Это именно называют конец му. Покажем эти огурчики. Вот их, они есть. Это вон. Корнишончики. Они большими не растут. Вот такие вот коротенькие. Вот эти огурчики. Как палец. Ну, больше, чем палец. Такие маленькие. Маленькие, это специально для консервации. Ну, Милан, ногу отставь, я покажу, а потом будешь срывать. Вот, видите, такие вот маленькие корнишончики. Это только отцвелся. Завтра он будет уже вот такой. Ого. Их очень много на кустике было. Мы снимаем уже спустя, как 2 недели мы их кушаем. Это остаточки, но они еще есть. И еще завязывается, как вы видели, тоже этот сорт пчелоопыляемый. Поэтому, ну, надеемся, что до августа они должны у нас быть. Срывай, Милан, огурчик, будем пробовать. Будем срывать вот этот? Давай этот. Одного нам будет достаточно. Кустик 2 недели плодоносит. В принципе, чистенький. Были холодные ночи. Чуть-чуть мучнистая роса появляется. Ну, я обработаю, и они будут еще, думаю, держаться. Урожай еще попробуем. Огурчик что-то среднее между ранним и среднеспелым. Мы их законсервировали. Еще не пробовали, будем пробовать зимой. Я думаю, что будут хрустящими. Ну, такой целенький прям. Вот, смотрите. Ну, самый обычный вроде огурчик. Самый обычный, сейчас попробуем. Вкусный. Угу. Он вообще очень мягкий, да? Угу. Супер. Супер. Ты такие будешь кушать с макарошками и с пирожкой, да? Угу. Неплохой сорт. Вообще мягусенький. Кожица. Ну, не знаю, передаст ли видео. Очень-очень тонкая. Вообще прям супер тонкая. Посмотри, какая она тонкая. Да, очень. Очень тонкая. И он будет нежный. В какой консервации, пока сказать не можем. Что мы еще хотим сказать? Этот огурчик очень урожайный. Прекрасно растет на нашем огороде. Да. Если вас заинтересовали семена этого огурчика. Смотрите в описании, там ссылка на наш сайт. Там вы можете купить семена этих огурчиков и вырастить их у себя дома. Да, на своем огороде. Заходите, покупайте. А если вам понравилось видео, ставьте лайки и подписывайтесь. Если не подписаны. А мы с вами прощаемся. До новых обзоров. До новых встреч. Пока.